Всем-всем наидобрейшего денечка. Сразу же извинюсь, никакой готовой курицы не будет. Будет только разделка, просто эта фотография, потому что иначе дзен за сырое мясо теперь блокирует, так как это туша расчлененного животного. Вот такая у них теперь формулировка идет, если на превью идет сырое мясо. Несколько видео мне уже заблокировали. Хотя там в дальнейшем было жареное мясо, но им не нравится. Вот. По акции получилось так, что я напала на акцию хорошую. Курочки по 160 рублей. Купила 4 штучки, так как нас в доме много, кто мясоедный. Разделаю их сразу же на пару дней, тройку. Возможно, что-то и на дольше останется. Ну, в общем, покажу, как я разделываю, когда покупаю несколько куриц. Все, все курочки распилила, все 4 штуки. Тут отделила филешку, грудку. Получилось у меня их 8 штук, ну, соответственно, бедрышки, голени, крылья. И вот это специально не отрезала прямо так до пустоты, до пустоты. Вот эти грудные косточки и спинки, это на супики. Ну, и, естественно, тут уже как душа пойдет, то есть это что-то с собакам будет, естественно, спиногрызиком. Ну, вот, но там уже по мере действий, грубо говоря. И крылышки, и голени я сейчас прям сразу же замариную. Голени и крылышки замариновала в соусе терияки и добавила соль, потому что он не очень соленый. Вот такую фирму взяла. Такой неплохой по акции. Вот эта большая банка 400 грамм или миллилитров. Где-то тут написано, что 400. Не вижу сейчас. 90 рублей. То есть, в принципе, нормально. Вот. И уже голени и крылышки замаринованы. Потом не нужно будет париться с маринадом. Ну и вот что у меня сегодня осталось. У меня остались крылышки и голени замаринованные, бедрышки и 2 пакетика с грудками. Это сейчас отправится что-то в морозилку, что-то в холодильник. Ну а все спинки и вот эти косточки от грудок я поставила вариться хвостатым. То есть так, хоть немножечко упрощаем себе жизнь. Ну, возможно, кому-то идея пригодится. Возможно, нет. А всем всего самого лучшего. Удачи, счастья, добра и благополучия.